Подработал, пробил! И как пробил! Сначала забил один, а потом оформил дубль и вывел команду в финал медиалиги. Максим Майрович, он же Мэджик, воспитанник футбольной школы Чертаново. Тренируется с броуками около месяца. До этого успел сыграть в чемпионатах Грузии, Армении и стать самым результативным россиянином. Теперь в планах вместе с одинцовцами стать чемпионом. Будем играть в атакующий футбол. На самом деле, я не думаю, что по людям и как команда Брукбой слабее, чем Троц, поэтому будем играть на победу. Никакой оборонительный футбол мы не планируем играть. Пятый сезон медиалиги для одинцовской команды «Броукбойс» сложился более чем удачно. «Броуки» снова в финале, но еще ни разу не брали титул, поэтому играть будут напористо. Выход в финал – это возможность проявить командный характер, а еще сделать смелую заявку. Уже официально «Броукбойс» примет участие в новом сезоне розыгрыша Кубка России. Ну, там уже профессиональный футбол. Начнем мы, конечно, не с самой высокой стадии. Мы встретимся с командами, которые плюс-минус на нашем уровне, даже, я думаю, слабее. А вот уже через 2-3 стадии там будут, да, команды посолиднее, посерьезнее. По-моему, через 3 стадии как раз начинаются клубы ФНЛ, и к ним нужно будет более детально готовиться. Подготовка к матчу идет полным ходом. Все мысли только о предстоящем финале. Но перед важными играми «Броуки» остались без главного тренера. Этот пост занимал Александр Звездин. Сейчас самые ответственные решения принимают всей командой. Но мы в целом совмещаем позицию президента и тренера вместе с Димой. И еще у нас есть 2 исполняющих обязанности тренера, и в сумме нас 4. То есть мы вчетвером принимаем решение по составу, обсуждаем план на игру, по какой схеме будем играть. У нас сейчас нет такого ярко выраженного главного тренера, но если так, если брать ответственного за замены, то это Виталий Дьяков. А кто выбирает плюс-минус игровую стилистику, это Антон Васильевич Соснин. За титул чемпиона «Броуки» сыграют в финале с командой «Тудроц». Матч пройдет 15 июля на столичном стадионе «Веб-Арена». Начало игры в 20:00. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».